Ну и, собственно, последний вид в этом потоке пошел на ваших экранах. Это Ривкин, спортсменка из Израиля. Кажется, что в данном случае не очень сочетаются цвет ленты и цвет купальника. Ну, знаете, начало сезона, и может быть еще... Предмет остался старый, купальник поменяли. Или наоборот. Или наоборот, да. Ну, очень, как говорят, академичная, да, тогда вот, когда и оттянутые носки, и все это доработано. Это все об этой гимнастке. Да. Не успевает, мне кажется, по темпу. Четвертый вид. Ну, понятно, но мне кажется, что здесь больше уже такие постановочные.